В американском штате Мичиган водитель не справился с управлением и на полной скорости въехал в заброшенный дом, в котором находился улей с 60 тысячами диких пчел. Когда сотрудникам службы спасения удалось вызволить мужчину из автомобиля, окруженного разъяренными насекомыми, он уже был мертв. Полиция приступила к расследованию инцидента. Причина смерти устанавливается. Чтобы обезопасить местных жителей от вырвавшихся на свободу пчел, специалистам пришлось уничтожить около 50 тысяч диких насекомых, которые расползлись по окрестностям.